Здравствуйте, братцы. Вот пришла пора, наверное, к стареньким вещам обратиться. Красота. Кто-то будет завтра, кто-то послезавтра, кто-то не случится никогда. Так бывает, ты жуешь конфету, ты идешь по свету куда? Да кто же знает куда? Да кто же знает куда? Да кто же знает? У меня в дыре кармана штанов спрятано несколько слов про любовь, а у тебя на дне внизу живота тихо свернувшись лежит красота. И когда она вдруг услышит мои слова, мы взорвемся, а вокруг трава, мы на нее дождем прольемся. Ты увидишь завтра или послезавтра, может, не увидишь никогда. Да кто же знает яркие оттенки на обычной стенке всегда? Так бывает всегда, так бывает всегда. А так бывает, у меня в дыре кармана штанов спрятано несколько слов про любовь, а у тебя на дне внизу живота тихо свернувшись лежит красота. И когда она вдруг услышит мои слова, мы взорвемся, а вокруг трава, мы на нее дождем прольемся. Это будет завтра или послезавтра, может, не случится никогда. Да, и так бывает, ты шаркают ботинки, а на щечках льдинки когда? Их растают когда? Их растают когда? А их растают. У меня в дыре кармана штанов спрятано несколько слов про любовь, а у тебя на дне внизу живота тихо свернувшись лежит красота. И когда она вдруг услышит мои слова, мы взорвемся, а вокруг трава, мы на нее дождем прольемся. Кто-то будет завтра, кто-то послезавтра, кто-то не случится никогда. Да, и так бывает, ты жуешь конфету, ты идешь по свету куда? Да кто же знает куда? Да кто же знает куда? Да кто же знает?